Переправа Хатасы-Павловск откроется 21 ноября, но сроки могут скорректировать. Как обычно, все будет зависеть от погодных условий. Однако работы по обустройству зимников уже начались. С обоих сторон реки сооружают насыпные пути из песка и скальника. На двух протоках, разделенных островом, организуют 4 полосы для автотранспорта. 2 основные и 2 резервные. Ну а пока автозимник не работает, перебраться с одного берега на другой можно на воздушной подушке или пароме, который курсирует вместе с ледоколом по маршруту Жатайка. Техтюр. Но некоторых якутян это не останавливает от пешего перехода через реку. Рискуя своим здоровьем и жизнями, они выходят на неокрепший лед. А ведь если, не дай бог, посреди реки под ними провалится ледяной покров, то не то, чтобы кто-то успеет прийти на помощь. Велика вероятность, что об инциденте вообще никто и не узнает. И это не говоря о том, что выход и выезд на лед сейчас попросту запрещены. О том, как можно безопасно и легально переправиться через Лену и другие реки региона и что побуждает жителей рисковать здоровьем, переходя реку на своих двоих, расскажет Марианна Кутукова. В прошлые выходные баржа под проводкой ледокола вышла в очередной рейс из Жатая. И не доходя 300 метров до причала Техтюр, не смогла причалить к берегу. Инцидент в Ленском пароходстве объяснили погодными условиями и чересчур сильным шугоходом. Сегодня движение по направлению Жатай-Техтюр-Жатай полностью восстановлено. Ледокол с баржей будет курсировать ориентировочно до 15 ноября. Первый пароход. Берег его почти галит. Как вы думаете, как мы переправились через Лену? Коринроллер. По земле, пешкодрапом. Тем временем на еще не открытых ледовых переправах появились народные тропы. В Якутске особой популярностью пользуется ледовая дорога Хатасы-Павловск. Народная тропа здесь появилась в первых числах ноября. Переход на другой берег занимает 15 минут ходьбы. Здесь самое узкое место для подъезда автотранспорта. Вот здесь, вот, например, автотранспорт с этой стороны и с той стороны, да, вот с косы подъезжает. Здесь самое такое интенсивное движение пешеходов. И мы регулярно выезжаем в это место, да, проводим профилактические беседы. Подвергаете свою жизнь опасности, да, передвигаетесь. Лед замерзает неравномерно, да? Знаете, да? Угу. То, что может где-то промоины быть. Почему вы переходите? Ну надо. Срочная необходимость вынуждает. Да, конечно. Угу. А вы всегда так переходите? Первый раз. Штраф для бесстрашных на льду начинается от 500 и доходит до 5000 рублей. Неравномерная толщина льда – главная опасность, которая подстерегает людей на переправе. Безопасным для перехода человека считается лед, толщина которого больше 10 сантиметров. 19. На данном участке 19 сантиметров. А если мы еще дальше пройдем, туда, там еще тоньше, там потому что течение больше, там еще меньше будет лед. Переправу Хатасы-Павловск ориентировочно откроют 21 ноября. Все зависит от погоды. От природных условий зависит и перевозка на воздушных подушках. Предположительно, такие суда будут ходить еще 8 дней. На сегодня это единственный и самый безопасный способ оказаться на том берегу. Мы приехали из Усть-Алданского района. Для пожилых и пассажиров с детьми воздушные подушки – самый лучший вариант. Проезд составил 1000 рублей. За внуков заплатила по 300 рублей. Суда на воздушной подушке работают с 7 утра до 6 вечера. Сегодня ледовая дорога расчищена. Однако перевозчики опасаются, что на неокрепший лед скоро выйдут автомобили. И в случае провала автомашин под лед, недавно налаженный ледовый путь встанет как для судов, так и для транспорта. Напомню, что штраф за несанкционированный выход на лед составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Как сообщают в Минтрансе, на реках Вилюй, Амга и Алдан ледовые переправы откроют в конце ноября. В Среднеколымском районе, который этим летом пострадал от паводка, ждут хороших погодных условий, чтобы начать обустройство автозимников. Сейчас там пурга. Толщина льда на реках и озерах 20-25 сантиметров. Для начала работ необходимо 30. В прошлом году мы открылись зимники в Среднеколымском лусе с опозданием на месяц и полтора. Но сейчас рассчитываем то, что в конце этого года, в конце декабря, мы откроем сухопутный участок, то есть от Среднеколымска до Зырянки. И после Нового года, 10-15 числа,
Планируем открыть ледовую часть, то есть от Среднеколымска в сторону Черского. По словам синоптиков, несмотря на циклон, в Среднеколымском районе экстремальных уровней снега, как в прошлом году, не ожидается. В целом декабрь обещает быть холодным с дефицитом осадков, что будет благоприятствовать раннему открытию автозимников для большей части Якутии. Марьяна Хутукова, Владимир Таюрский, Якутия, день за днем.